Максим, я тебя приветствую. Привет. Очень рада познакомиться и встретиться, и записать интервью именно здесь, на тропическом острове Самуи. Вот по своему опыту я знаю, что первым этапом к лидерству является управление человеком в зеркале. Вот я предлагаю создать портрет лидера, какими чертами он должен обладать и характерными особенностями. Ну, я думаю, что один из важных моментов – это умение выбирать ответственность за все происходящее в жизни. Ну, то есть не перекладывать ее там, на государство, на начальника, на мужа, жену или еще кого-то. То есть лидер – это тот человек, который готов взять ответственность. Да, это, наверное, одно из самых важных, если говорить про портрет. Плюс важно, чтобы он был харизматичным, ярким, какие-то моменты, может быть, даже неординарным, ну и мог вдохновить людей в своем окружении, чтобы они двигались к своим целям и мечтам. Ну вот как-то так. А вот для того, чтобы вдохновить людей, этот человек-лидер должен обладать мощной энергетикой, да? А знаешь, это способы повышения энергетики? Да, способы повышения энергетики – это личным примером показывать, что невозможно, а возможно, наверное, так. Просто брать и делать. И все. И в этот момент, ну, то есть, сильному по силам, да, есть такое высказывание. То есть каждому из нас энергии отведено ровно столько, сколько вот тебе необходимо для достижения целей. То есть чем больше ты заявляешь для себя цель, тем больше энергии тебе дается. И все, что нужно, просто направлять эту энергию по отношению к своим целям. Спасибо большое. А помнишь ли ты момент, когда в тебе проснулся лидер? Или ты вот с рождением был лидером? Я думаю, что на самом деле лидерами не рождаются, лидерами становятся. Почему? Потому что это как в спорте. Это некий навык, который можно тренировать, тренировать, тренировать. И ну, нет пределов совершенства. Поэтому я думаю, что я начал практиковать лидерство как таковое где-то уже с детства. Ну, то есть помню, что организовывали какие-то там турниры по шахматам во дворе, там я был их организатором. Ну и тем не менее, я считаю, что тут нет, это путь, это вот есть пункт А, место начала, да, а место окончания пункта Б тут точно нет, я так думаю. Большое. Вот выделяют стили лидерства следующие. Авторитарный, когда устанавливается жесткая дисциплина и не слушается мнение, да, других людей. Демократичный лидер советуется с коллегами, прислушивается к их аргументации. И либеральный. Лидер не предъявляет никаких требований к членам группы, ни на что не настаивает, принимает все предложения членов группы. Вот какой стиль тебе наиболее близок и почему? Ну, смотри, существуют ведь разные, да, там, характеристики лидерства. Есть такие научные, которые мне не очень близки, да. А для меня вот определение лидерства – это в первую очередь этот человек, который может вдохновить других собственным примером двигаться вперед. Вот. Да, то есть человек, который может вдохновлять и мотивировать, это лучший способ. Ну, потому что авторитаризм – это точно не лидерство, да, это как в армии, где тебе сказали, упал, отжался, и ты падаешь, отжимаешься. При этом ты явно этого делать не хочешь, но ты это делаешь просто потому, что есть некто, кто выше, кто тебя, по сути, к этому принуждает и заставляет, и это не лидерство. Потому что при ближайшем рассмотрении, если бы была возможность не делать эти отжимания, да, если пример про армию, люди бы их не делали. А лидерство подразумевает то, что люди рядом с тобой, они это, ну, выбирают и готовы сами это с радостью делать, с удовольствием. Вот, то есть лидер – это тот, кто может вдохновлять других людей на большие поступки. А как вдохновить группу людей, у которых различные мнения, кто-то хочет это выполнять, кто-то не хочет, но в итоге нужно? Вот как вдохновить, замотивировать группу людей? Я думаю, что есть единственный способ мотивировать людей – это говорить с ними о их мечтах. То есть, ну, наверное, нет лучшего способа мотивировать человека двигаться вперед, чем показывать ему его будущее. Точнее, сделать так, чтобы он сам нарисовал картинку этого будущего и начал к нему двигаться. Спасибо вот. Большое. Вот я раньше занималась бизнесом офлайн. Вот у меня была такая ситуация. Мы проводили там купонную акцию, запустили, и наш подчиненный сказал о том, что ну вот мы не согласны с этой купонной акцией. То есть мы считаем, что это какой-то ну, абсурд, грубо говоря. Вот как бы ты поступил в такой ситуации с таким подчиненным? Ну смотри, в любом случае ответственность за результат.
несет всегда руководитель. То есть я тоже занимаюсь бизнесом, поэтому я готов нести ответственность за свои решения. И я готов принимать в том числе и не самые радостные результаты от своих решений. В этом и заключается, собственно, ответственность. Потому что подчиненный, он просто, ну, он не несет никакой ответственности, он высказывает лишь свое мнение, которое может быть правильным, неправильным. И тем не менее, да, цыплят считают по осени. То есть увидеть, верное ли это было решение или неверное, можно только по конечному результату. То есть лучше, ну, как там такое высказывание есть интересное. Через 20, Марк Твен, если не ошибаюсь, сказал, через 20 лет вы больше будете сожалеть о том, что не сделали, чем о том, что сделали. Поэтому лучше сделать и увидеть результат. В любом случае, это будет очень полезный, ценный опыт, который вы приобретете. Поэтому, ну, если подчиненный готов нести ответственность, ну, готов спорить с тем, что это какое-то неверное решение, пусть откроет свою компанию и там принимает свои решения. Это тоже некий такой индикатор проверки, да, людей на вшивость, как я говорю, потому что ответственность несет руководитель, и, ну, я бы не стал слушать подчиненного, то есть, точнее, я бы прислушался, задал бы ему вопрос, а почему ты так считаешь, ну, прям объясни, первое, второе, третье, и если бы я услышал логичное обоснование, как ответ, возможно, я бы передумал делать такую акцию, если бы я услышал просто, ну, надо, не надо, тогда бы я принимал бы решение сам. Хотя, безусловно, важно слушать и слышать людей вокруг. Но если мы говорим про бизнес, оно последнее слово за владельцем. Хорошо, спасибо тебе большое за ответ. Пожалуйста. Вот возможно ли гармоничное взаимодействие в группе людей, если там находятся два и более лидера? Конечно. Командное взаимодействие, оно подразумевает, что каждый в команде, ну, в настоящей команде, готов взять на себя ответственность. Ну, спорт, там, я не знаю, Олимпийские игры вот сейчас будут, хоккейная сборная России, там все лидеры. Ну, так или иначе, в большей или меньшей степени, но они, если бы они не были лидерами, их бы не пригласили в эту команду, поэтому сильная команда, она состоит из лидеров, при этом каждый силен в чем-то. Ну, вот если, например, здесь есть команда, да, есть Артем, который лидер в плане вдохновитель других людей на то, чтобы люди начали менять свою жизнь и так далее, да. Есть там вы, например, там кто-то занимается съемкой, кто-то берет интервью, то есть каждый по-своему в своей теме лидер, и при этом одна, есть одна команда, поэтому все в порядке. Да, это точно. А какие книги о лидерстве, а может быть, о личностном росте ты рекомендуешь прочитать? И какие книги оказали на тебя большое влияние? Слушай, ну вот на тему книг тут такая вещь очень интересная. Само по себе чтение книг, оно не приводит к результатам. То есть оно просто, как знаешь, как ну, там, ты набиваешь свою голову знаниями, а знания, они не реализованные на практике, они пустые. Вот. И они забываются. Поэтому читать книги очень важно. Да, там, ну, для начала, может быть, фильмы, книга «Секрет», самые такие известные, ну, как вариант того, чтобы увидеть, что все в жизни возможно. Вот. А так их масса книг, ну, там. Бода Шефер, Киосаки, Брайан Трейси, все книги, да, которые у него есть. Кто там еще? Да все люди, вот, собственно, кого интервьюирует Артем, если говорить про русскоязычную публику. Ну, помимо русскоязычной, есть еще много иностранных интересных авторов. Я вообще рекомендую посещать больше тренинги, чем читать книги. Ну, потому что, прочитав книгу, у нас, у людей есть такое свойство решить, да, все круто, все здорово, все классно написано. Ну, это не сейчас, типа, это не в данный момент времени. Сейчас я это положу, и через годик я воспользуюсь этим навыком. И это неправильно. То есть получается, что я стал чуть-чуть умнее, но кому, собственно, нужен мой ум, если эти знания мне результаты не приносят. То есть в жизни люди запоминают счет на табло, ну, если как провести аналогию со спортом. Поэтому счет на табло – это тот результат, который говорит о твоей эффективности. Поэтому книга сама по себе не приведет тебя к мечте. К мечте приведут действия. Книга, она может тебя поддержать, но ценно и полезно. Но лучше рекомендую тренинги вообще. Тренинги – это лучший инструмент учиться. Потому что, ну, в современном образовании, в современном мире только посещая тренинги, можно, ну, действительно достичь результатов.
Вот еще такой вопрос последний. Я знаю, что вот ты занимаешься спортом, да, являешься бизнесменом. И очень многие бизнесмены, предприниматели тоже занимаются спортом. Вот для чего они это делают? Что дает им спорт? Очень хороший вопрос. Я всегда провожу вообще на своих тренингах, я сам тренер и веду тренинги, аналогию между тренажерным залом и жизнью. То есть спорт, он позволяет человеку двигаться к определенным целям. Ну, например, метко стрелять в мишень в определенную или там забивать гол в ворота. То же самое в жизни. Когда ты научился в спорте раз за разом поднимать штангу, бросать в корзину там трехочковую, ты выходишь в свою жизнь и говоришь, мне необходимо поехать на остров, там, полететь на остров Самуи. Окей, все, беру и делаю. Ну, потому что нет времени рассуждать, поезд может уйти, да, там, или матч может закончиться, или тренировка может закончиться. Все, берем, делаем. Поэтому те люди, кто достиг результата в спорте, они чаще всего очень, ну, здорово преуспевают в бизнесе и в жизни, потому что они дисциплинированы, они очень настойчивы и привержены своей цели. Там 10 раз упадут, на один раз больше поднимутся, поэтому... Спорт он очень хорошо поддерживает. Плюс ко всему, спорт он в принципе полезен. Мы находимся на таком райском острове, да, но даже тут, если не заниматься спортом, то ну, есть вероятность того, что можно стать ленивым. Поэтому какие-то пробежки, плавание, ну, каждый сам находит тот спорт для себя, который полезен. Потому что спорт – это тоже своего рода саморазвитие. Если мы на тренингах тренируем свои мозги, там, как там мыслить масштабно, как ставить большие цели, как их достигать, то важно еще и тренировать физическое тело для здоровья. Ну, такая вещь, как здоровье, это тоже очень важно. Потому что плохо быть больным бизнесменом, да, иметь миллиарды, но при этом там сидеть на таблетках. Важно быть здоровым бизнесменом и иметь миллиарды, да. Ну вот как-то так. Спасибо большое, Максим, за ответы на вопросы. Пожалуйста. Надеюсь, еще запишем интервью. Обязательно. На следующем острове. Отлично.